Согласитесь ли с тем, что преимущество гостей сегодня было заметным? Ну, надо сказать перед этим, что команда «Сатурн», по моему мнению, самая играющая команда у нас в зоне. Не зря они на первом месте находились долгое время. И надо отдать должное, они мастеровитей нас. Но, несмотря на это, первый тайм, я считаю, что мы достойно играли. И первый голевой момент, скажем так, стопроцентно был у нас. Ну и потом как раз после него пропустили по закону. Ну, в первом тайме мы получили желтых карточек несколько. И это, конечно же, повлияло на игру. Два центральных защитника были на карточках, опорные. И удаление, естественно, повлияло на игру. Но, несмотря на это, мы перестроились. Мы даже при этом счете мы рисковали. Перестроились на 4-3-2. Все равно в два нападающих играли. Поэтому у соперника было много моментов, много подходов было. Но нам надо было рисковать. По самоотдаче футболистам претензий не могу предъявить. Сегодня все старались, мы стараемся, бьемся, но, к сожалению, мастерства иногда не хватает.